Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys, и сегодня соберем пистолет. В набор входит клей, наждачка, инструкция и резинки. А также среди деталей есть вспомогательный инструмент, благодаря которому удобно доставать маленькие и тонкие детали из плашки. Чтобы все у нас получилось, внимательно следуем инструкции. Это деталь под буквой D. Это деталь под буквой A. Далее деталь под буквой V. И деталь под буквой B. Используем деталь B для ровной склейки. Не путаем детали местами. С
здесь также идет деталь B. На этом этапе нам клей не понадобится. Совмещаем отверстие и вставляем деталь B. Здесь нам пригодится вспомогательный инструмент. Складываем резинку втрое и с помощью инструмента аккуратно ее продеваем. Это деталь под буквой D. А это деталь B. Thank you.
Остальных монстриков-мишеней склеиваем по аналогии. Готово! Собранная модель стреляет резинками с прицельной дальностью до 3 метров. Также у пистолета достается обойма, а при прокрутке спускового механизма на себя заряжаются последующие 3 резинки. Резинки и 8 монстриков-мишеней входят в набор. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. А чтобы не пропустить новые видео, включайте колокольчик. Пока-пока!